Арапова после победы в финале Australian Open 2008 может выиграть очередной турнир «Большого шлема», при том, что до этого в решающих матчах она потерпела два поражения. В прошлом году на Уимблдоне от Петры Квитовой и в Австралии этого года от Виктории Азаренко. Конечно, выиграть турнир «Большого шлема» — это значимое событие. Попадать на заголовки газет всегда приятно, но все-таки я не думаю об этом, и это очень особенное чувство, а непосредственно о заголовках я подумаю позже, сказала Маша. Это важный момент в моей карьере, но я понимаю, что в решающем матче мне предстоит очень сложная соперница. Сара Ирани уже вошла в топ-10, независимо от результатов финального матча. Для Марии Шараповой победа на Ролан-Гаррос может оформить ей карьерный шлем. Она очень опасна, говорит Маша о своей сопернице. Она выиграла так много титулов в этом году на грунте и так много матчей. Любит играть на этом покрытии. Действительно, отправляет очень много мячей обратно. Играет с такой достаточно сильной. И мне нужно действительно обратить внимание на свою игру.